Всем привет, с вами Блэк Таксиев. Так, это вторая уже серия, потому что на той серии у меня что-то вырубилось. Что-то мне кажется, я был. Ну-ка, встань. Да, встань, дебил. Во, нормально. О, я еще ползать могу. Так, встань. Хорошо. Ну, кажется, но в GTA San Andreas это как его. Графика лучше, чем в этой игре. Что такое мыльцо, мыльцо, мыльцо? Там кто-то у них умер, а я куда-то сел. Господи. Все, меня это уже, давайте, задолбало, я не хочу. А, я должен на кнопочку нажать. Это что, меня сфотографировали? Прикиньте. Ну-ка. Ну давай. Фотографируй. Меня сфотографируй. Так это не я. Идите уж. Как отсюда выйти? Страшный Ярик, выключай. А, это у нас центр. Жалко, тут нельзя открывать чат на какие-то ссылки. Мы еще туда не нажимаем.
вообще такой? Что это вообще? Кто это? Что это за... Это город Лилиен. Кабинет физики? Ты куда-то назад ушел, дебил? Ну нет, сейчас все опять заново. Мэп Сити. Сейчас возьму телефон, переведу свой покой. Что за кабинет рисования? Что это такое? Да я хочу быть этим. Я очень хочу быть этим. Я прям безумно хочу быть уточкой. Уточка. Уточка, стой. Уточка. Вот, уточка. Так, иди давай. Вот, ты можешь сесть. Да блин, на этом сервере вообще можно все делать. Я вот, прежде чем подключиться к этому серверу, я еще на сервере, где Грэнни была.
Так, а тут? А как? 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 А как? Куда попали? Правильно? Уборная. Смотри-ка. Ну-ка, использую ее. Господи. Это реально? Раздевалка. Чего, раздевалку? Реальная школа. Это пипец. Я что-то телефон вроде бы взял. Или... А, и книгу что-то возьму. Хрен его знает, чья эта книга. Давайте лучше ее возьму. Кабинет физики. А. Вот. А где она? Сейчас это взорвется. Хорошо. Раздевалка. Кабинет письма. Все понятно, англичане тут. О, учительская. Ну, я пройти туда не могу. Что, уборная? Уборная. Надо было назвать толчок. Кабинет письма. Вот. Что это? Вот так вот. Серьезно? Там ничего нет. Я вообще не учусь в этой школе, алло. Что тут? Кабинет истории. The history. History, короче. Ну-ка возьми книгу. Книгу. Почитай книгу, там не знаю. Вы же книгу читаете? Спортзал. Как это? Что это? О, здорово. Ты кто? У меня же книжка есть. Я убрал книжку или выкинул ее. Взял швабру, откуда-то взял. Швабры тут хожу. Вот уборная. А это, видимо, девчачья, я не знаю. Хрен его знает. Кафе... Что? Кафетерий. Кафетерий. Что это такое? Что такое за кафетерий? Мне ж кофе можно или в жопу? Кофе дайте, дайте кофе. Мне нужно кофе. Надо больше пить кофе. Ага. Так, а на какую кнопку бежать? А. О, господи, я так испугался этого того. Что тут происходит? Неудивительно, что у меня все лагает. Администрация. Медсестры. Медика, короче.
все, короче, давай, ложись. Ложись, дебил. А что он не ложится? А, типа тут надо слип писать. Я сейчас возьму игроку это сделаю. Вот ржака будет. Маршмеллоу. Подожди, а у меня не просто блок такс. Стань дебил. Да он не тупой. Вообще угораю. Ты как спишь-то? Встань. Вот нормальные люди по-нормальному спят, а ты... Ты как вообще спишь? Мне есть вопрос. Ты натурал? Вот. Вот, подожди, подожди. Почти, почти попал. Почти попал. Вот. Не заходи. Я тут отдыхаю. Смотрите на меня, это пипец. Ну-ка голову опусти. Ладно, хер с ним. Столовка. В столовую, быстро. Саня, беги в столовую, там же жратва, хер, быстрее. Столовая, где столовая, где столовая? Быстро, я не учусь в этой школе, но мне нужна столовая. Где столовая? Кафетория, ты жопу, кафетория, это не столовая. Или не столовая? Ты суета. Я кто? Кто? Ха-ха, я сауч. Зауч? Не суч? Как понять? Вот угар. Я могу понять, что это такое. Что стало со мной? Ну-ка, встань. Ну, встань. Не видно. Да, только я такой нормальный человек один. Единственный тут. Нормальный человек. Ну-ка, встань, встань, встань. Вот, слип. Ну, почти нормально. Ну, вот, вот, вот так. Вот так вот. Вот, Дима, вот так вот спит. Вот, хорошо, хорошо. Сейчас будем смотреть на реакцию людей. Угу, реакцию. Два раза. Три. Закрыл глаза, типа, или что? Он свои руки все в глаза запихал. Как клап. Угу. Хэппи. Дед. Дед. Ну, короче, сдох. Что со мной происходит? Ну-ка. Не получилось. Это что? Что с твоими руками произошло? Одну жопу. Ну ты не взял. Ну ты не взял. Самое это главное, тут ни одного взрослого нет. Давай прям в еду ногами наступай своими. Вот, я взял. Давай. И? Как ее?
Принц, короче. Ауди. Ауди. Да вот я в столовую, что тебе надо? Как ты еду туда положила? У меня все вот. Там нету еды. Я вот с одним этим столиком. Как ее взять? Ой, я видел. Вы видели? Да. Вот, зашибись. Я, короче, взял пожрать себе. Я буду сидеть и жрать. На, жри давай. Жрёшь? Чё он делает? Ну-ка, стой. Вот так. Ну, вроде бы жрёт, я не знаю. Раздевал. Чё-то куда-то все туда побежали. Ну-ка, встань. Встань. Да, где еда? Чё? Обратно надо идти. Встань, блин. Ну-ка, давай. Где оно? Вот я видел. Вот. Тренажерный зал. Кто это? Что это? Вот, спортзал. Сейчас мы сюда сядем и будем жрать. Тут стулья есть? Еда превыше всего. Так, ну-ка. Тут сесть можно куда-нибудь? Еду надо покушать. Дайте покушать, а? Мне надо покушать. Есть тут, где можно присесть? Я, знаете, в реальной жизни я бы мог просто бы взять и нормально есть. Ну, вот, прям вот так, лицо свое куда запихать и есть. Подожди, то есть тут... Подожди. Да ты издеваешься. А так? Да ты дебил. Я не хочу. Ну вот, оно такое. А хрен ли он такой большой? Я не знаю, тут какой-то хренью занимаемся. Ой, они занимаются. Волк. Ходить. А чё, можно бежать? Ну, примерно я каждый день так хожу. Мне вот это. Что это? Чё на хвост оторван? Так.
У него коронавирус, короче. Это я не знаю, кто это. По тебе видно, как ты такой скин себе сделал. Как они это делают? Я не понимаю. Ай, раздевалка, вставай.
отпустишь. Вставай. Вставай. Иди. А чего он не ходит? Что-то кто-то все поменяли. Спортзал. Упал.
Он исчез. Вроде бы такой маленький домик, да? А заходишь, и тут такое. Самое главное, что тут нет ни обоев, ни хера, вообще ничего нет. Тут только до хера комнат и все. Я оттуда вот пришел. Вот там еще комнат. Угу. Прав. Охренеть. Охренеть. Это все дом. Это все дом. Тут вообще ничего. Ну вообще ничего нет. Но тут посмотрите, тут столько комнат. И они просто огроменные. Просто я вообще не понимаю, как это. Я вот шел, и вот уснул по дороге. Вот тут так скучно ходить, да, понимаете? Он вышел и дальше хлопает. Окей. Вы видите этот маленький такой, ну, очень маленький дом. Посмотрите, какого он размера. Ты чё? Ты чё сейчас только что было? Что это только что сейчас было? Господи. А вот тут в этом маленьком доме даже есть что-то. Не, вы прикиньте, я зашел в чужой дом. Не закрыл. Нет, закрыл холодильник. Но. С мороженым. Лежу тут, сплю. Лежу его. Я его съел. Ну, это норма, понимаете? То есть. Можно даже через стенку. Ну-ка, что тут еще есть? Ведро. А, это вода, которой там нет. Это что? Мороженое. Какое-то тупое мороженое, я таким не доверяю. так ну что, на один укус, что ли? Давайте прогуляемся с мороженки. Так, давайте выйдем. А вышел я уже, видимо, из другого дома. Видели, в какой дом я зашел? И в какой я вышел? А что если бы прям в это время поменял себе дом? Что бы произошло? Так. А давайте... Вы посмотрите, какой это маленький дом. Вы только посмотрите, насколько он маленький. Посмотрите, ну это просто пипец. Там даже одна комната не поместится. Там даже кровать не поместится. Давайте же посмотрим, сколько же там комнат. Вы посмотрите только на этот. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Это... Банан. Это банан, понимаете? Не, возьми мороженое. Вы только посмотрите, сколько тут комнат. Это дохерища. О, их тут реально много.
Вот видите, сколько тут всякого этого? Тут все. И посмотрите, в каком мы маленьком доме были. Да. Просто побегать будем. Так, в этот дом мы уже не ходили, но вообще... И в ответ тишина. За записи меня. Написано. Это лишь обман. У меня мороженое в руке. Я бегу. Это что? Я усел. Смотрите. Что ты сейчас делаешь? Особняк? Что? Это мой дом? Это мой дом? Что? Это реально мой дом. Welcome to the hero. Поле боя. О, вот это сделай. А что ты сделать-то не можешь? Алло. У нас человек, видимо, глухонемой. А, вот. Мы можем. Мы не можем. Да мы не можем. Убери его отсюда. Вот. Нормально. Я вот... Welcome to the hair. iPhone 4. Так, давай... Ну, тут у нас еще и телевизор будет. Так, нормально будет. Вот сюда вот. Я вообще не понимаю, почему мне так не лагает. Вот. Хорошо. Я что, типа планшета, что ли? Чин-чин-чин. Мы вообще вот куда его запихать? Ну, экранчик какой-то маленький. Это реально мой дом, прикиньте. Не, ну вы прикиньте. Подожди. Как будто кого-то убили, знаете, звук. Так, пойдемте в ванную комнату. Где у нас ванная будет? Где ванная будет? А, и вот тут она у нас будет. Хорошо. Пойдем.
это зеркало? Я просто не знаю. Ну не знаю я, не знаю. Не бейте палками. Так, как я понял, ой, это как я? Какой ванной? Нет у нас, короче, этой. Не знаю, как она называется. Кухни у нас нет. У нас кухня в одном месте. Ой, не в этом месте, не думайте. Тойлот. Что это тойлот ставить? Это похоже на The Sims 4. Я вам отвечаю. Прям очень похоже. Прям реально безумно похоже на The Sims 4. Ну вот знаете, если мы сюда его поставим, то наш главный герой, когда срёт, он не сможет это руками. Ладно, допустим, вот тут он будет стоять. Так. Так, ну смотри, не ломайся. Я не могу понять, где это. Вот. Вот хорошо. Пол. Такой. Стой. Тут-то зачем такой пол? Пусть тут будет такой пол. Такой. 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 Ну вот такой это тоже. Мне бы тут двери, блин, поставить. Это у нас столько всего еще есть? Серьезно? А, не-не-не. Дебил. Ctrl-V. А, нет. Придется все опять переставлять. Коверчик. Столик. Вот, хорошо. Холодос, все хорошо, чердак. Чердак? Где чердак? Нет. А все типа. Я закончил. О, господи, это реально, это наш дом. В зеркале, конечно, никого не видно. Но мы же, блин, привидение, она же не видно в зеркале. А, закрой, закрой. Встань. Можно, знаете. И вот таким способом лежать, спать. Ну, это, знаете, из принципа. А сюда можно сесть? Нет, нельзя. У нас столько денег уже, кстати. Ну-ка, ну стой. Ого, это одна лампочка так освещает всю квартиру. Холодос. Мне нравится. Ну, короче, я понял, какой я сейчас возьму. Вот это. Ты. Ты. Ну, в смысле? Готово. Вот. Вот это да.
Кстати, я ни разу в жизни настолько сильно ванную не заполнил. Вот, еще тут мороженое жрем. Зашибись. Хорошо, пусть и в ванной тоже. Это реально 84. Да, и тут я тоже могу сидеть. Сердечко. Я не понимаю, а почему тут сердечки? А, это наушники у нас. И тут мы тоже можем сидеть. Хорошо. Выходим. Да, это наш дом. Это мой путь, брат, моя игра. Она мне принадлежит. Да выйди отсюда. И открой квартиру. Особняк. Это мой особняк. Прикиньте. А я не знаю, конечно, откуда он. Патрик, что ты здесь делаешь? Копаю. Сейчас ты надел кепку. Вот такое. Типа тут 5. Кстати, напишите в комментариях, что со мной стало. Напишите в комментариях, какой тут ответ будет. Просто я не могу посчитать. Вот. Из 7 вычесть 2. Ну, не знаю, наверное. Наверное, 6 будет. Хотя нет. Нет, наверное, 7. А, нет, это же больше число. А, о. Взял, написал. Тут правильно? Да, тут правильно. Ну, вы это в комментариях свой вариант ответа напишите. А, да. Залезть нельзя. Не очень-то и хотелось. У него реально дом Патрика. Ты же видел, у него тут нет комнат. Вот это, наверное, единственное нормальное. Тут и ванная, и гостиная, и кухня. О, смотрите. Печеньки. Ха-ха-ха-ха. Вкусно так как. Тут и кухня, и школьная это, и еще одна гостиная, и еще, короче, 4 гостиных. Ну тут, короче, все в одном. И что? Я вышел из другого дома? Это странно. Фух. Я так пересрался, я думал, что это особняк мой. Я думал, где... я уже... Типа, чё, где, чё, где, дом? Вот мой дом. А, нет. Где он? А вот мой особняк. А особняк Патрика? А особняк Патрика, его нет. Ну, тарелка.
Вот, кстати, дом Патрика. Но он закрыт. В смысле? Это... Это что за подстава? Это что-то... Как это понимать? Ну, слушайте, мне очень даже интересно. Хотя бы дали выйти. Типа... Хорошо. Сейчас лагать будет, все, сами ловить дисконнект. А, кстати, дорогие друзья, для вас это будет на весь экран, а для меня это очень маленькая игра. У меня вот такая рамка, вот в квадрате. Это как? Хорошо. Я, в принципе, разобрался с домами. Все, я, короче, осознал, понял. Так, давай. Ой, да я могу тут вообще все купить. У меня звук. Как это может стоить 500 рублей? 500 коинов. Да нет, да у меня все пропадет. Вот я 1000 или 2500 накоплю, не знаю. Новый дом все куплю. Ну, это долго будет время. Краска. А что это за краска? Я типа не могу украсть. Ну-ка. Давай вот это. Купить. Ну, понравится. Так, дешево стоит. Стой, не надо, не надо. Воу, какие крутые люди. Ладно. Да блин, это как из ФНАФа 6 АМ. Блин, почему ты, Саня, дебил? У тебя как раз 800 было. Ой, дебил. Причем у тебя и полка, как сколько. Ну, взять, сделать. А нет, тебе же надо какое-то говно купить. Ладно, иди отсюда. Выйди отсюда, рубильник. Там у меня дома нет. Выйди отсюда, вложбини. Жаль, пока загружится игра. Загружится. Она же загруживается. Так, обои. На эти может сойти с ума, когда ты находишься в этом доме. Обещаю. Вот, я еще полы же купила, нет? Нет. 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 То есть я... Ничего, такое всякое говно накупал. Ну хорошо, будем вот в таком доме жить. Потом еще 6 АМ сделаем своему дому.
Он как из ФНАФ выглядел. Халасю. Да блин, да это... Да... Плагиат, это плагиат. Да вы плагиатеры, я вам отвечаю. Это плагиат. Это плагиат. Я буду резать глотку, как он будет меня копировать. О, ням-ням, шаурма. Я времени жизни шаурму-то не ем. Бургеры не ем, картошку фри не ем. Ну, картошку фри хотелось бы очень сильно поесть, но не могу. Бургеры мне просто не нравятся. Да. Ну, а шаурму у нас что-то не заходит. Не бесит. Ой, я чувствую, я сейчас обанкрочусь. Фу, ну нет, ну нет. Спасибо. Блин, ну это очень прям хочется это купить. Прям безумно. А, я
понял. Короче, на рубли добавили что-то купить. А, я сейчас с вами прощаться еще не буду, я еще сейчас буду играть. Пару минут, ну, минут пять. Я себе такую же хочу. Как она это делает? Ну давайте, наверное, выходить отсюда или что? Жека. Куда я нажать? Дай. Что? Что я такое? Запихали. Мир загружается. А что если у нее мир не загрузится, а у нее загрузится? Что будет? Меня взяли в дом, чей-то запер. У меня мир не погружается, он погрузился. Чё я мелкий такой? Игры. Мои игры в книгу. Уйди.
Понятно, пока. Я вижу там вдалеке кого-то. Там есть человек, давайте добежим до него. Это кто? Я видел там человека, давайте поймем. Вот угар. Thank you.
Могу телепортироваться меж комнат. Куда ладно? Вот хорошо. Все, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, с вами был Блэр Таксов. Мы играли в Роблокс, и серии продолжаться будут, ну, где-то серии 50, наверное, будет всего. Или 500, я не знаю, ну, может быть, даже больше. Ну, как, что скажут ваши лайки. Если вы поставите 0 лайков, то будет следующая серия. Если будет 2 лайка, то будет новая серия. А если будет 3 лайка, то будет новая серия. А если вы вообще поставите целых 4 лайка, то я вообще не буду снимать видео. Ну, с вами был Блэр Таксов. Ссылку на скачивание данной игры я оставлю в описании. Данный ник, ой, IP или не IP сервера я оставлю в описании. С вами был Блэр Таксов. А, ну вот сервер вы запомнили, как называется. И всем удачи, и всем пока. С вами был всем удачи и всем пока. Кстати, зацените мой скин в маленьком росте. Ну, типа, пока. Пока. Стой. Мой YouTube канал. И всем удачи. Так, ну, развернись, дебил. И всем удачи. И всем пока-пока. Пока. Пока. Пока.